Спонсор показу – компанія «Нова будова». Обожаю. Спасибо. Вы пели сегодня лучше всех. Спасибо. Лучше всех, увереннее всех, свободнее всех. Какую бы песню вы ни пели, вы Нини. И остановись, мир. Вот так. Спасибо, спасибо огромное. Вы просто спасибо. Очень крутая. Я буду за вас болеть. А можно я ее заберу? Можно я? Ні-ні-ні, ее заберет Потап. Я навпаки вважаю, що дуже слабкий саме вокально виступ був. А ну-ка, ну-ка. Я знаю, що ця сцена просто на клаптики розбирає учасників, вони ніби розгублюються. Ну я за Ніні, тому що ви дійсно дуже талановита виконавиця, у вас велике майбутнє. Я хочу поаплодувати вам, дівчинки, класно, класно виступник. Чом ви обі молодці. Какие вы разные. Эльвира вообще профессионально музыка, это и не занималась вокалом. На такой стадии проекта, я считаю, что это 10 шагов вперед ты сделал над собой. Молодец, я тобой горжусь. Спасибо. И, но мало кто знает, и когда ты тебе не знаешь, то кажется, что ты тебе немножко по барабану все же происходит. Ты просто вышла на сцену спеть песню, но это кажется так, у тебя такой темперамент. Ты такая девушка, ты обалденно интересная девушка, с шикарным голосом. Спасибо. Ничего не надо менять тебе. Я готов записывать, выпускать уже альбом с тобой. Потапе, час робити вибір. 50% тела волновалось. Сердце так колотилось. Я так хочу сказать, Эльвира, знаешь что? Если мечты должны сбываться, то они должны сбываться. И получиться я тебе помогу. Я хочу дальше Нини, чтобы продолжила участие в «Голосе», а тебе я помогу. Да, просто уже глаза порубль 80. Все, а вторая она... так старалась, старалась, и у нее не получилось даже близко. А? Ага, молодец, молодец. Я столько в тебе силы. Ти довольна? Давай далі. І просто зараз ми оголошуємо крадіжку розпочати. Зараз, можливо, нікого не украдуть. Час вичерпано. Молодець. Ти молодець. Зай, молодець. Все, все, видай.
Спонсор показу – компанія «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий».